Здорово. Мы продолжаем проходить Devil May Cry первую часть. И у нас второй стрим по счету. Но в названии превьюхи стоит цифра 3. Это связано с тем, что оказалось... Вот. Связано с тем, что предыдущий наш стрим разбился на два куска. Я не знаю, я это как-то проворонил этот момент. Но их стало теперь два. Поэтому это, можно так сказать, третья часть. Как, ну, вам известно, что я записываю по частям. Потом легче на YouTube выкладывать. Задание 6. Зло водоспуска. Одолейте злого стража и получить путеводный свет. Так, можно, в принципе, Аластору селить. Я хочу туда и обратно попробовать. Нам посмотрим, как он делается. А и, в принципе, давайте купим одну звезду. Потому что на прошлой миссии мы потратили. Так что я на стриме, на превьюхе ни хера не вижу. One moment. Ладно, что-то есть. Что-то есть. Стрим небольшой будет, час от силы, потому что мне надо будет убежать, и сегодня я больше уже не смогу застримить, завтра хрен его знает. Замечательно. И как удачно прыгнул. Так, туда и обратно. Понятно. Ржавый ключ. Новые мобесы. Кстати, я хотел вернуться обратно. Интересует тот синий камень, который мы пропустили на арене с ботом. Я пошел туда, куда надо, да? Кстати, там у нас проход виднеется. Напротив входа. Здесь проход.
Хорошо. Да, он предоставляет такую возможность. Мы ее воспользуем. Надо нам и так, насколько я понимаю, уже времени будет нас подторапливать. Поэтому мы сможем спокойно забрать и обследовать нормально локацию. Классный вид такой, приятный. Так, и как тебя забрать, малыш? Интересно. Господи. Ну запрыгни. Двойной прыжок есть в игре, интересно? Давайте проверим. У нас тут неподалеку статуя есть. Бляха-муха. Понятно, давно прыжок есть, но по всей видимости. Их тоже не получится накопить. Какая-то есть срезка. Давайте пробежимся по срезке, посмотрим. Плохо, но этого мало все равно. Окей.
Так, это я зря сюда забегаю. Эти зеленые орбы мне нафиг не нужны. Что это такое? Это ловушка? Парикмахер соединился. Блять, ни хера себе. Стой. Да, ты там дикий. Так, это все знаю, нашел. Хорошо, опа, попался. Да ёптел. Как нехило так-то это. Куцает вообще. Прям хорошо. Путеводный свет, ключ, который сияет от пылкости, медленно истощает силы своего обладателя, понятно. А, это все? Блин, ну... Хорошо. Приступаем к следующему заданию. Владение ключом пылкости. Вернуться сломанный до того, к спальне до того, как путеводный свет впитает вашу жизнь. В принципе, теперь я понимаю, зачем там нужны были эти орбы. Здесь ничего нет из этого простора хорошего. Ну,
Да там недалеко, наверное, вроде как идти. А, получили. Так, а из паучка ничего не выпадет? Это плохо. Это быстрее будет. Дополнительное здание одноглазое зло заманить циклопов в смертельную ловушку. А кто будет эта смертельная ловушка? Плане смертельной ловушки. Смертельной ловушки я, не циклопы. Бля, и за эти даже задания пиздят у нас золотые орбы. Плохо. Блять, я не тут потому что взял. Окей. Поехали. Я, кстати, не думал, что здесь есть тайные задания. Оказалось, что они есть, да? Это что у нас? Без понятия. Такие короткие миссии, прям ужас. Так, а это была дверь. Окей. А, кстати, я вот спрашивала, как здесь... Как туда добраться? Вот оказывается, как это делается. Интересно. Задание 8. Возвращение легендарного рыцаря. Запустить механизм и спуститься с крыши. Тут у нас есть дверь. Это походу... Секретка, да?
Хорошо, еще один босс, походу. Так, опять паук. Ну, потуши, мальчишка, здесь достаточное место, чтобы действительно озвереть, да, здесь достаточное место, чтобы уворачиваться. Что тебе мешало в прошлый раз? Finally, I was getting tired of playing your childish games. Да подожди, ты куда собрал? Сука. Обахилку принять. Ну что за, я погиб, я вижу, что вы можете начать заново с места сохранения. Да, я хочу перейти в загрузки. Давай. Отлично. Классно у тебя без галтера, а, Триш? Так, и все равно мне не хватает на двойной прыжок. Трезубец богатого украшенного трехзубчатого копье, которое используется в ритуалах, его нельзя использовать как оружие. Хорошо, я помню.
Где-то надо было мне это копье. О, я вижу еще один синий камень. Что? Блядь. Что это такое? Так, это все? Окей. Теперь можно спрыгивать. Конечно, если там ничего нету интересного, то можно слазить. Так, что за машина? У него кое-что осталось, отлично. Гранатомет. Чего говорят, умер от истощения. А этот рычаг, используемый для управления подъемным мостом, он сильно заржавел. Мощное усилие вниз может помочь сдвинуть рычаг. Мост. Где наш там мост был? Да, не помню. Вообще в упор не помню. Господи, кресло, не скипи, пожалуйста. А! Ну, кстати, вот место, где надо вставить. Да, используем его. Что-то я не догнал. Что это значит? Вообще не догнал. И какие-то ворота сейчас закроются, да? Вот эти вот. Все видимости, да? Так, у нас от паучка что-нибудь осталось? Ничего не осталось. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Тук-тук-тук-тук-тук. Что делаем? Надо это сделать быстро, да? Блять, вот это я зря сделал. А, здесь бесконечно, видимо, для того, чтобы можно было магию подрубить. Ладно, здесь есть. Так, не в ту сторону. Блядь, там ты не в ту сторону бежишь. Банс. Куда-то мы зашли. Так, отлично. Люблю лезть во все щели. Миссия комплит. Миссия клиар.
Спасибо. Очень короткие миссии. Миссия 9. Новая сила. Отпереть дверь, используя новую силу. Окей. Отопрем. Ничего нет у нас. На круге выгравированное послание. Колесо судьбы приведет тебя на землю начала времен. И назад не даст возможность вернуться в замок. Это плохо. Наверное. На камне выгравировано послание. Похоже, это некая история. Судьба ждет где-то в глубине Колизея. Хорошо. Колизей, значит, да? И где Триш лазит? Сказала, иди за мной. И свалила куда-то. В неизвестном направлении. Оп. Враги в четвертой части. Прикольно. Алло, Данте, ты почему не юзаешь твою новую фишку? Ага, пока, блин, воткнешь ее, 10 лет пройдет. Тоже откинешь? Нет? Погоди, не откидывайся. Хорошо, могли бы побольше зеленых орбов давать. Как-то скудненько. Так, это золотой орб? Замечательно. А, так. Есть какие-то закоулки? А, на двери повешен символ щита, который сияет красным светом. Я пришел из этой двери. Что у нас вон там? На огромном каменной табличке высечено послание. Здесь заперт синий цвет. Уже нет. Сейчас мы посмотрим на количество путей. Тут тоже имеется дверь. И что-то сверху есть. Что это? Святая вода. Perfect. Это куда нас ведет дверь? А, заперта с той стороны. Хорошо.
Не нравится мне, когда много дверей. Я начинаю путаться. Ага, или синим светом. Кэп. Не дремлет. А тут у нас что? Это убранство напоминает двух рыцарей. Кажется, что рыцари должны держать что-то под украшением. А надпись «Щиты, горящие светом» и «Пара коней» идут на поле боя. Какие-то кони, в общем, их идут. У нас остается две двери. А, прибывающих сил откроет путь, короче, понятно. Все заперто. Окей. Неплохо. Задарили. Так, а наверх можно еще? Это не получается. Да нет, можно, наверное, разобраться. Не, ладно. Дантес не идет. А вон там есть что-то у нас. Вроде бы на магию, да, звезда? Тут был проход. Интересное архитектурное сооружение, вот это вот, которое сверкает. Ну, допустим. Ты не поднимаешься, да? Как же мне не нравится тут паркур. Он немножко неудобный. На подножии имеется надпись «Меня зовут Ифрит. Глупец, пробудивший меня, дорого заплатит огням ада». Хорошо, очередное оружие. Ифрит, пылающие перчатки, увеличивающие силу своего обладателя. Как нам их одеть? Он их сразу одевает. Как нам их снять? Есть какие-нибудь там удары? Прикольно. Это понять не могу. Так, это не прикольный удар, нифига. Не заряженный удар. А камбухи я пока не понял, имеется ли. Так, у Ифрита вообще нет никакой камбухи. Даже не работает. Не кликабельная ссылочка.
have spawned up challenges the darkness witness. Lock off, Featherface, or you can stick around and find out the hard way. Так, погоди. И там это сразу там. Не агри на себя. Опа-на. Петушок, давай, сползай. Как тебя убить-то? Не понимаю, что происходит. Эй! Блин, что-то отстой это оружие. Вообще отстой. Ну ладно. Типа надо. Так, первый сложный босс. Ну либо я его пока не выкупил. А, наверное, лучше. Аластор поставить. Блять. И, наверное, пистолет даже. Что это за это? Блять. Так тут можно. Я не помню, как это произошло, но. Я умер, да? Замечательно, можно на ему на гребешок запрыгнуть сверху и неплохо так отоварить мечом. Наверное, лучше туда. Бля, подожди. Не понял. Вообще не понял. О, первый забил. Чего они не умирают? Замечательно. Так, хп-то мало. Так, ладно, петушок. Как там тебя научить-то? Блядство.
заходим. Да как идти-то? Так, иди сюда. Да так отстойно, я считаю. Блять, я подумал, он сверху идет. Петушок, давай, подходи. Надо на пистолеты взять, я не знаю, это... Или гранатомет. Может быть. Ну да, гранатомета не помню. Уходим. Так, иди в жопу, петушок. Я не люблю куриц. Хорош. Да он вообще не коцается, да? Тихо. Магический кристалл становит 5 пунктов демонического превращения. Да, я звезду даю же. Потому что я сейчас умер бы. Блять. Выхватил. Петушара. Ай-яй-яй, не успею побежать. Ладно, буду пострелять. Давай. Я буду сделан, надо побежать. Вот урод, а. Уродина, а. Еще и улетела. Петушатни. Так. Я не знаю, как его мочить правильно, как его так с Аластором получилось ему надамажить неплохо. Ну, гранатомет решает его, в принципе. Этим все и сказано. Куда теперь? Так. Ноп. Туда.
враг, не пребывающих силах открыть. Не понял вообще. Куда идти-то? Вот это с другой стороны открывается. Погодите. Понятно. Ломается, да? Не, нифига не ломается, это просто. Влад? Хрен его знает, куда идти. У меня же ничего нету, да? Вещи. Карта сейчас подскажет. Я надеюсь, что карта подскажет. Понятно. Так, откидывайте. Повернись, Данте. Сколько тут? Но это тоже красный. Подожди. Так, ребята, вылети нахрен. Пистос. Сколько их, блядь, будет, да? Да, ребята, вы гоните вообще. Не надо мне желтую сферу, давайте за... А, не, не за мной не надо. Так, смотрим, что мне показывает. Ну, сделаем предположение. После смерти петушка у нас открылась эта дверь. Нет, не открылась.
Ну так хотя бы они не стреляют. Это радует. Хорошо. Ладно, в таком случае куда мне идти? А, пара огней. Блин, читать не учись, а. Невнимательность. Просто невнимательность. Так, ну что, интересно у нас? Здесь интересно. Вот это вот, допустим. Что еще? Ну, вроде бы все, да. Так, погоди. Угу. А, ну это, в принципе, пацаны. А это кто? Так, это кто новый? Где тут чувак? Окей. Кстати, у нас накопилось на двойной прыжок. Из 10. Отлично. Время еще есть. Вроде бы. Тут ничего, ничего нету. Так, берем двойной прыжок. Но я не знаю, смысл сейчас его брать, так как у нас... больше нету доступа на первую локу. У Ифрита что есть у нас? Извержение. Хорошо. Подкопим, что-нибудь возьмем. Блин, только с Ластором работает, да? Yeah!
Стой, Дан, ты что творишь? Замечательно. В нашем деле главное не спешить. Да? Задолбали. Если не вообще заспамил. Все? Что надо? Еще и 200 шаров у меня забрали. Понятно, зачем тут было врагов. Это было сделано с той целью, чтобы открыть эту дверь. Ясно. И это у нас какая миссия? 9-я? Большую. Хорошо. Так, сколько у нас времени? 4 часа, мне надо уже бежать. Так что 10-ю миссию мы, к сожалению, продолжим на следующем стриме проходить. И это будет либо завтра, либо послезавтра. Я без понятия, как по времени выйдет у меня получится. Неизвестно. Так что всем спасибо за внимание. Увидимся. До скорого. Пока.